Прям так, блядь, вот и все. А вон ножницы есть. А вот это нож. Чересчур как-то. Тогда по одной скрывать или если? Давай по одной. Хочется аккуратненько. Просто не знаю, сколько у меня там места есть. Я что-то не интересовался давно. Опа, сел. Тут не засадится. Пидор. Да, это корпус, надо? Да, корпус. А сама плата? Да, дальше. Блин, так-то с такую цену все, блин, вообще выглядит хорошо очень даже. Пока да. Еще проверить, гнутые, не гнутые эти рельсы. Самые. То есть это по фиксам? Ну да, так, примерно хотя бы. Вот питание. Маленький. Он мощный, да. Сколько ватт там, посмотри, кстати, интересно, 200-300. Написано. 500. 500, да. Я не знаю. 21A, 24 вольта. Ну да, 500, около 500. 400. Ну, с запасом так, потому что 500, он все равно не весит. Ну, по сути, по цифрам, то 400, ну ладно, это не важно. Порви ты ее, что-то я не знаю, как-то. Или ты хочешь потом в это запихнуть в экструдер ее? Столик. Не царапаны. Там что-то еще внизу есть. В сторону. Да, подогрева, наверное, отдельно нет, все-таки. О. Че? Сам экструдер. Да, симпатичный. Титановский. Разобранный. Ладно, пока. Давай я засниму там еще, просто так. Че там, есть, нет, не знаю. Все, заснял. А что-то я, знаешь, пока не видел платы управления. Ладно, может, дойдем. А вон она. Плата управления, а значит этого нету. Силовые каты на нагрев. Там что, комплект дека, посмотрю, здесь и дырки пустые. Димыч, можно засниму. А нет, тут все наполнено, да? Да, да, все есть. Наверное, чуть-чуть не. Да? Сами ты вот эти направляющие-то. Вот эти вот посмотреть бы, как, господи, Архимедов винт или как там правильно-то? Прямой хоть, не прямой?
Если только покатать его. Или ну или с конца посмотреть. Ну. Тут что, двигатели? И все. А это у нас. А вот эта плата управления нагревом-то, я про нее говорю. Все, в комплекте есть офигенно. Так, а там должны быть. Это думаю, что все рельсы эти, в смысле, как их там? А тут несколько, наверное, просто. А там еще есть на что нету, нет? Все. Все, там больше. Все. Это так малый. Какой-то меньше показался. О, сейчас больше. Я вот про эту вещь-то говорю, вот это нагревом специально сделали. Что это ну, да. Что, обратно запаковываем на склад? Здесь что самое? Ну, это эти. Мега? Или как они называются? 1250. Не, приятно так-то, да, с виду, вроде бы. Тьфу. Да, экран еще создан. Экран тоже еще неизвестно, рабочий, не рабочий. Кстати, вот что-то, знаешь, там трещинка есть. Да? Да по 3 пальца у меня уже, там все равно протерапили. Царапинки-то, наверное, не страшно, а так? А, только приключения. Посмотрим. А, он не сенсорный, да, обычный? Может, кстати, сенсорный. Ну, резистивный. Нажимается. Энкодер или как это название? Немножко задержать, у меня тоже такая штука. Не, привыкать надо. Мне тоже кнопки, кажется, иногда отдельные лучше. Иногда. Ну, эти, как они? Все тогда я выключаюсь. Ага.